Владимирович был свободным человеком. Это, надо сказать, прежде всего, свободным и независимым. Любая иерархия была для него чужда. Народный артист России Николай Витальевич Куров. И печальное письмо от председателя Союза театральных деятелей телевизионного, литературного, музейного дела нашего города. И соболезную всем зрителям, которые не увидят уже вживую Сергея Семеновича на сцене. Вроде бы мы все знаем про этот мир, а на самом деле знали мало. Там, кому мы должны соответствовать, вот на мой взгляд, лицо города это и есть Сережа Дрейден. Вот такое у Санкт-Петербурга лицо. Телеграмма от губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова. В общем-то, говорить нечего. Андрей сказал все в одном слове. Свободный человек. И это такая редкость. И немножко больше. Как-то так получилось, что я был в ощущении того, что не договорили. И Сережа написал тут же: не ссать в подъезде. Телеграмма Евгений Александрович Писарев, Московский драматический театр имени Алиса. Я так обрадовалась и сказала: может быть, будете попечителем нашего фонда? Он сказал: нет, я должности не люблю. Умные режиссеры брали Дрейдена как Дрейдена, и как бы вокруг него выстраивали вокруг этого облака, которым он был на самом деле. Ну вот, до этого, ну вот с собакой. И вот он сразу же все стенки разрушил, и дальше в течение всей жизни, где бы мы ни встречались. Видимо, однажды заинтересовавшись как-то человеком, за что, я не знаю. И парни слышали. И об этом, и опять же, вот как это, я не знал, что потом мы встретимся в театре. Но я думаю, что история еще не закончена, Сергей Семенович. Всегда вместо «привет», вместо «алло» расставалось его это улыбающаяся: «Доча, это ты?» Очень хулиганистого направления. Я помню, как он читал рэп.
Тогда еще мы сразу не понимали, что это такое. Хочется вспомнить. Спасибо. Хочется вспомнить нашу молодость. И он первым делом звонил Татьяне. Как он умел любить. И потом я надеюсь, что мы все вместе проводим Сергея Симоновича из театра.